Грейпфрутовый торт достоин того, чтобы собрать всю вашу семью за воскресным чайным столом. Довольно простой рецепт грейпфрутового торта позволяет приготовить вкусный торт без существенных сложностей. Вашему вниманию, достаточно простой рецепт грейпфрутового торта. Аналогичным образом можно приготовить торт со вкусом любых других цитрусовых, апельсина, мандарина, лимона и так далее. Однако мне больше всего нравится именно грейпфрутовый вариант. Торт получается, с моей точки зрения, идеальным. Текстура бисквита настолько влажная и мягкая, что никакой крем не требуется, а уж какой аромат стоит на кухне во время выпечки, можете себе представить. Список ингредиентов в конце видео. В большой миске смешиваем сахар и 2 столовых ложки цедры грейпфрута, хорошенько перетираем пальцами. Добавляем в миску яйца, 3 столовые ложки, свежевыжатого сока грейпфрута и растопленное сливочное масло, хорошенько взбиваем венчиком. В отдельной небольшой миске смешиваем муку, соль и разрыхлитель, перемешиваем венчиком. В небольшой емкости смешиваем сметану и 2 столовые ложки молока. Вкусняшки, подписавшимся. В миску с яичной смесью поочередно вводим треть сухой мучной смеси, треть сметанной массы, треть сметанной, оставшуюся треть сметанной. После добавления каждой трети не забываем хорошенько взбиваем массу венчиком. Получившуюся массу аккуратно выливаем в форму для запекания, застланную пергаментной бумагой. Выпекаем торт в течение 40-45 минут при 180 градусах до сухой зубочистки. Достаем готовый торт из духовки, остужаем прямо в форме для запекания 10-15 минут, затем извлекаем из формы. Тем временем приготовим глазурь, смешав сахарную пудру, 2 столовые ложки молока и 1 столовый ложки сметаны, слегка взбиваем венчиком. Покрываем еще теплый торт глазурью. Когда глазурь застынет, грейпфрутовый торт можно будет нарезать и подавать к столу. Приятного аппетита! Жду ваших лайков и комментариев. Ингредиенты. Сахар 1 стакан, грейпфрут 1 штука, яйца 2 штуки, сливочное масло 1/3 стакана, растопленное, мука 1,5 стакана, соль 1 чайная ложка, разрыхлитель 1 чайная ложка, сметана 1/2 стакана, молоко 4 столовые ложки, 2, в тесто, 2, в глазурь, сахарная пудра 1 стакан, сметана 1 столовая ложка, для глазури, количество порций 1-2. Не пропустите самое вкусное, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Удачного приготовления, приятного аппетита, жду вас снова.